Это самые тяжелые из современных костных рыб. Достигают в длину 3 метра. В книге рекордов Гиннесса приводятся данные об особи 1908 года, недалеко от Сиднея, длина которой составляла 3 метра, высота 4 метра 26 сантиметров, а масса 2235 килограммов. У берегов Азорских островов в октябре 2022 года выловили тушу погибшей луны рыбы весом 2744 килограмма. Это абсолютный рекорд для костных рыб. Обыкновенные луны рыбы обитают в тропических и умеренных водах всех океанов. У них сжатое с боков тело дисковидной формы. Луны рыбы плавают с помощью спинного и анального плавников. Грудные плавники выступают в роли стабилизатора. Луна рыба – самая плодовитая рыба. Одна самка может выметывать до 300 миллионов кг.